В связи с повышением уровня террористической опасности, главная цель операции «Антикриминал» – борьба с нелегальной миграцией. В ходе рейда было проверено 275 объектов – строительные бытовки, охранные пункты, нежилые помещения. Чьи документы? Мои. Выйдите, пожалуйста. В отделы полиции доставили более 170 иностранных граждан. 13 из них нелегально находились на территории Российской Федерации. В отношении 5 человек возбуждены уголовные дела по фактам незаконного пребывания и хранения наркотиков, кражи и незаконного пересечения нашей границы. Сотрудники правоохранительных органов убедительно просят всех граждан, заметивших подозрительных лиц, немедленно сообщать об этом по телефону 112. Так вы можете помочь сохранить безопасность в нашем районе.